Значит, это робот-пылесос iClebo Arte в цвете карбон. Это один из лучших роботов-пылесосов, которые есть сейчас на рынке. Он очень мощный, 42 ватта практически мощность всасывания. Заряжается он очень быстро, за полтора часа всего. Покажу, как он работает. У него есть мощная трехступенчатая система фильтрации воздуха всасываемого. То есть он на 94% очищает воздух от всех загрязнений. У него есть датчик препятствий, как вы видите. Также у него есть датчик отсутствия пола. То есть, он не может съехать со стола, например, потому что внизу у него также стоят датчики. Что еще про него рассказать? Он может работать без подзарядки 2 часа 40 минут. Составляет интеллектуальную карту помещения для того, чтобы впоследствии сделать уборку быстрее. И, в общем-то, один из лучших вариантов роботов-пылесосов, которые сейчас есть на рынке. Как по мощности, так по скорости зарядки, так по объему бака. Также его особенность в том, что он может преодолевать препятствия до 2,5 сантиметров. То есть, если мы посмотрим, у него вот здесь колесики, видите, они поднимаются и опускаются. Поэтому он может преодолевать небольшие ступеньки. Ну, сейчас мы его направим на базу. Вот он самостоятельно поехал искать свою базу, зарядку. Отличная вещь для людей, которые не очень любят уборку и хотят, чтобы уборка происходила во время того, как они на работе или их нет дома.